Это случилось 15 ноября утром на улице Слободской тракт в Кирове. Произошло столкновение трех попутных автомобилей. Opel Astra, Mazda 3, Chevrolet Niva. В результате происшествия 9-летняя девочка-пассажир автомобиля Mazda получила травмы. По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники ГИБДД обращаются к водителям и напоминают о необходимости осуществлять правильную перевозку несовершеннолетних в салоне автомобиля. Еще один так называемый аварийный паровозик случился на перекрестке улицы Московской и Студенческого проезда. Также по цепочке столкнулись три автомобиля. Судя по видео, меньше всего повезло водителю средней машины. У нее повреждены как минимум оба бампера. Информация о пострадавших уточняется. А в ДТП в деревне Наимушины Котельнического района чудом обошлось без серьезных последствий. По словам очевидцев, женщина-водитель не справилась с управлением и в конце концов уперлась в бордюр. Пострадавших нет на место аварии, сотрудников ГИБДД не вызывали. Сергей Пичугин, место происшествия.